Приветствую вас, друзья и недруги. Сведомые пропагандисты сейчас разгоняют версию, что садисты из подразделения «Торнадо» с позывным «Маджахед» грохнули не наши бойцы, а свои же. По заказу сверху. Якобы за то, что он наезжал на депутатов, хотел сказать, Госдумы, на депутатов Рады. Так, друзья, всех приветствую. Всем доброго времени суток. В общем, хотелось бы обратиться к сытым, одетым, помытым, в пиджачках, в галстучках, в платьицах, роскошных, которые именуют себя депутатами и находятся под куполом Верховной Рады, думая, что они там в безопасности. Ведь никто же из нас не знает, что может быть завтра. 24 числа тоже никто из вас не ждал этого. Вот. Но тем не менее, большинство из вас уже было за границей. Так вот, перед тем, как лишать кого-то из лучших сынов этой страны и представителей простого народа, именуемых сегодня как ЗСУ, достойнейшим именем ЗСУ, перед тем, как лишать кого-то из нас каких-то надбавок, каких-то льгот, каких-то премий, каких-то выплат, каких-то прав, я хочу напомнить каждому из вас, находящемуся под куполом Верховной Рады, о том, что в первую очередь вы есть обслуживающий персонал украинского народа, который со своих налогов платит вам зарплату более чем 200 тысяч, который со своих налогов содержит вас, который выбрал вас и дал вам не привилегию имени депутат, а ответственность имени депутат для того, чтобы вы, как наемные работники, сделали жизнь этого народа лучше. И сегодня, когда каждый день, каждую ночь ЗСУ своей жертвой рискует своим здоровьем, своим телом, своим духом, своим разумом ради безопасности и свободы Украины и украинского народа, вы вообще не имеете права кого-то из нас лишать каких-то надбавок, льгот, премий или прав. И перед тем, как принимать какие-то решения, я предлагаю каждому из вас сжать свое очко в железный кулак, так, чтобы можно было кусать арматуру и колючую проволоку и приехать на нулевую линию. Сварить кофе в блиндаже с парнями в стаканчиках из пластиковых бутылок на сухом спирту, тушенки похавать, посидеть под обстрелами, сходить в штурм, отбить штурм. Хотя бы на неделю приезжайте. Потом возвращайтесь под купол Верховной Рады, если доживете, конечно. И я посмотрю, как у вас рука дрогнет или нет, лишать прав лучших сынов Украины. Именно прав. В принципе, ведь у ребят-то рука не дрогнет. До новых встреч. Берегите себя и своих близких.